На конкурс дети читают стихи для Лабиринт.ру. Сергей Ганюшин, 12 лет. Моусош, село Репное, Балашовского района, Саратовской области. Александр Блок. Бушует полая вода. Бушует полая вода. Шумит и глухо, и протяжно. Грачей пролетные стада кричат и весело, и важно. Дымятся черные бугры. И утром в воздухе нагретом густые белые пары напоены теплом и светом. А в полдень лужи под окном так разливаются и блещут, что ярким солнечным пятном по залу зайчики трепещут. Меж круглых рыхлых облаков не видно неба голубеет, и солнце ласковое греет затишье гумен и дворов. Весна, весна, и все ей рада, как в забытьи каком стоишь, и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Кругом вода журчит, сверкает, крик петухов звучит порой, а ветер мягкий и сырой глаза тихонько закрывает.